Сегодня у нас опять в гостях Елена из Франции, с которой мы раньше записывали видео про нарциссы элитного курятника. И сегодня мы будем говорить на тему, каких жертв, каких партнеров себе выбирают нарциссы, пограничники, зависимые, и как они калибруют этих жертв. Потому что очень, очень хорошо видно, что в абьюзивных отношениях, особенно в длительных, случайных жертв не бывает. Это всегда правильная жертва. И типичным примером был вот это громкое дело в Казахстане, Салтанат и вот этот Бишимбаев, да, как они друг другу походили. Два нарциссичных товарища, один, который пытался сверху контролировать, другая пыталась контролировать снизу, пытались каждый как-то отсепарироваться и так далее. Оба из довольно-таки довольно-таки токсичных семей, где были явно какие-то странные отношения. И именно поэтому они встретились для того, чтобы не просто так, не для того, чтобы жить долго и счастливо, а для того, чтобы разрешить конфликт, отсепарироваться и отыграть детскую травму. Елена, я знаю, что вы наблюдаете, да, за этим конфликтом, но скажите коротко, потому что у нас сегодня немножко другая тема. Да, я наблюдаю очень внимательно, слежу за вашими комментариями, комментарии других спикеров в Ютубе. Ну, не скрою, что я прямо провожу параллели с очень многими вещами в своей жизни, особенно когда возвращаюсь на 20 лет назад, примерно в тот же возраст, когда погибла Салтанат. Нахожу очень много общего, слава богу, конечно, у меня такого опыта не было в общении с мужчинами. Но он, если честно, мог бы быть, потому что я избирала, у меня было только две долгие связи, это первый муж и второй муж. А между ними, между двумя браками, у меня были очень прям скоростные романы, в которых очень часто оказывались люди примерно, я потом задним числом знала, даже не то, что понимала, а узнавала, примерно такие, как Бишимбаев. Никто до них не дошел, до судебной скамьи, но тем не менее. И мне, вот, конечно, очень интересен этот процесс именно, что движет людьми, как они попадают в такие отношения. История перед этим тоже очень интересна, потому что убийство – это не точка, из которой все выходит, судебный процесс или что-то еще, это точка, где все заканчивается. И, конечно, очень интересно смотреть, как они к этому пришли. Интересно не с точки зрения, что это какое-то шоу развлекательное, а именно для понимания, а что со мной происходило в моей жизни, что со мной сейчас происходит, что из этого можно для себя что-то предпринять, чтобы вообще выйти из подобных вещей и не повторять. Да, очень хорошо, что подняли эту тему, да, что начали говорить о вот этом нарциссическом насилии, о вот этих конфликтах, но здесь сейчас преподносят публике очень черно-белую картинку. Существует это точно, вот да. Такой да. Монстр Бишимбаев и абсолютно невинный ангел Салтанат. Несмотря на то, что у них одинаковый диагноз, у них одинаковая проблематика с детства тащится, и именно поэтому они так сцепились. Я не говорю, что это оправдывает убийство, но здесь мы не судим, кто прав, кто виноват, кто куда должен сесть. Естественно, надеюсь, его посадят пожизненно. Но здесь про то, что люди не хотят видеть таких, как Салтанат, какой-то токсичный сценарий. Это 100%, я с вами согласна, да. Потому что если вы в партнера себе выбираете монстра и начинаете его обслуживать, значит, с вами что-то не так. И я делала видео насчет Салтанат, очень много было негативных отзывов. Да как так? Да, действительно. Салтанат только что погибла, о покойниках лучше не говорить, либо хорошее, либо ничего. Но ради науки мы должны об этом говорить.
что эти люди, у них свой сценарий, он очень токсичный, они прекрасно, ну, Салтанат прекрасно знала, что он нарцисс, ей объяснил психолог, она прекрасно знала, что он монстр, кто он такой, зачем ее спасали, она заставляла себя спасать брата, но всегда возвращалась. Как только ее вытаскивали из этого, она тут же начинала быть агрессором в отношении спасателя, брата, да? То есть она втягивала всех в свою токсичную динамику. Какова цель вот таких людей, как Салтанат? И, кстати, у меня очень много на консультациях очень много людей, много нарциссов, и они говорят, что вот я их спрашиваю, а кто вас сделал нарциссом? Они говорят, вот у меня была такая мертвая мать, как вот эта вот, она, которая подстраивалась под монстра, а на всех остальных ей было плевать. Вот монстр, и, значит, она пыталась контролировать тирана через то, что она подстраивалась снизу. И мы сегодня еще как раз поговорим, каким образом... Люди с такими травмами отыгрывают эту травму. Мне кажется, здесь была попытка отыграть, попытка отсепарироваться, попытка что-то доказать. Доказать своему абьюзеру в детстве. То есть они не взаимодействовали друг с другом, они взаимодействовали с интроектами. И у Салтанат был интроект кого-то, видимо, какого отца. А у Бишимбаева был... Он не видел Салтанат, он видел свою мать. Все, ну как бы, и ему нужно было сценарий что-то доказать. Он ее не зря выбрал, и она его тоже не зря выбрала. Вот я хотела бы спросить ваше видение, как бы, вот, ну, исходя из вашей жизни, да, каким образом вы выбирали партнеров, и что вы пытались достичь с помощью. Что вы пытались им доказать? Вот было такое ощущение, что вы хотите что-то доказать? Вот, может быть, не так, не доказать. Я действительно, во-первых, вот вы очень часто говорите о таком понятии, как нарциссический морок. То есть некое состояние, в котором человек действует, он... как наблюдатель своим рацио, своим здравым смыслом, видит, что что-то не так, но остановиться не может. И вот я сейчас, оглядываясь назад, воспринимаю свою личную жизнь вот как такой нарциссический морок. То есть я тогда действовала совершенно, вот повинуясь какому-то, какой-то логике, какому-то сценарию, который я не контролировала. При этом я пыталась это все, наблюдая это все, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, пыталась это все как-то объяснить себе, не осмыслить, да, а объяснить. Придумывала какие-то конструкции, объясняющие все это, когда я находила себе партнеров, когда я уходила от них, вот, когда искала кто-то, кого-то другого. Но вот только сейчас я понимаю, что это вот действительно было какое-то действие в каком-то полусне, в котором я ничего не могла сделать. И когда сейчас говорят, там, например, видео выходит под лозунгом, под таким названием, почему она от него не уходила? А я понимаю, почему. Потому что вот действуя в этом мороке, ты вообще не контролируешь ситуацию, ты не контролируешь себя в нем. Ты что-то делаешь, что-то говоришь, тебе кажется это логичным в тот момент, а потом, оглядываясь назад, ты думаешь, господи, что это, зачем? И вот я в этой связи хочу рассказать, во-первых, два своих брака, потому что они очень психологически значимые оказались, и в частности, не только сами отношения, но и сексуальные отношения, особенно с моим первым мужем. И немножечко еще затронуть вот те романы многочисленные, которые были между двумя браками, потому что там тоже есть интересные вещи, которые я только сейчас осознаю, открываю для себя. Вот я напомню, может быть, кто-то смотрел, слушал мое предыдущее видео, что там была рассказана мной история о моей семье родной, что у меня там была так называемая мертвая мать, которая меня абьюзила через руками брата, которого она провоцировала, стимулировала для моего систематического избиения. Вот. И ну, или, меня по потом... крайней мере, она не вмешивалась. Совершенно верно, да. Она активно поощряла.
Или она Нет, она поощряла? я не могу сказать, что она поощряла, но, во-первых, имея все возможности это прекратить, она этого не делала раз. А во-вторых, на самом деле самое тяжелое, что мне сейчас при моем ну, как бы воспоминании о матери, даже не это. Я даже уже пришла к тому, что я понимаю, что и она тоже действовала как во сне и так далее. Даже не это. А то, что она уже будучи, когда я была взрослой, она мне все время об этом рассказывала со смехом и с юмором. Вот это меня больше всего, конечно, ну, Издевалась. Угу. да, Издевалась. вот это уже был прям too much. Вот. Это типично, да. Они, смотри, какая у меня есть власть над тобой, я могу над тобой издеваться, Да, я тебя... Вот они вот высмеивают, да. Да, то есть получается, когда у меня уже прекратился физический абьюз, у меня продолжался вот этот эмоциональный абьюз. Постоянно растравливание этой травмы, вот этой раны. Я вообще не понимаю, зачем она это делала. И потом у меня с братом в подростковом возрасте случился стокгольмский синдром, так называемый. То есть у меня была к нему очень сильная привязанность. Вот. А потом он просто исчез. Когда я уже стала взрослым человеком, там мне, по-моему, 19 или 20 исполнилось, он вообще исчез из нашей жизни. Вот. Ну и Ну, потом все кстати, это между прочим, плохо кончило. ваш брат очень типичный Бишембаев, да? То есть это детство золотого ребенка. Я Совершенно смотрела верно. интервью с родителем Бишембаевым. Это вот они его воспитали как золотого ребенка, ему все можно, он ни в чем не виноват, его за все оправдывают. И у него была, как и у Бишембаева, судьба. Он попал в тюрьму и рано погиб. Так. Да. И вот у меня первый брак был очень таким показательным в этом отношении, потому что мы были ровесниками с моим первым мужем. Мы достаточно рано, ну, относительно рано с ним стали жить вместе, там 23-24 года нам было. И у меня с первых дней было ощущение, что он очень сильно похож на моего брата. Вот я сейчас смотрю фотографии, я вообще не нахожу ничего общего. А тогда мне прям показались какие-то жесты прям вот похожи, какие-то вот Ну, вот перенесли интонации. Да, образом. да. И у нас отношения, если Ваша честно, вообще психика. были, да, вообще, если честно, были больше похожи на брата и сестру, на дружбу. И нам даже говорили, что вы похожи очень сильно между собой. И у нас отношения были, развивались такие золотые дети. Он мальчик из хорошей семьи, сын хорошего папы, так это назовем. Его папа был мой руководитель, если что. Вот. Я к тому времени хорошо зарабатывала, у меня был социальный статус, мы были равны, у нас был абсолютно равный брак. Единственное, что в нем я лидировала, но это был чисто вопрос характера, это устраивало обоих. Вот. Не было никакого социального доминирования, там, интеллектуального или эмоционального доминирования, никогда не занималась там подкаблучиванием своего мужа. То есть, ну, в общем, вот это действительно была такая дружба-дружба. И мы так вот жили не семейной жизнью, хотя мы почти сразу вступили в брак очень быстро. Не семейной жизнью, а такой развеселой жизнью, там, остались какие-то деньги, там, неделя до зарплаты, а мы лучше прогуляем, то есть, ну, вот такое вот было. Потом у нас появился ребенок, он был желанный с обеих сторон, и это продлилось 6 лет. И через 6 лет я вдруг испытала очень четкое, ясное желание уйти. Со стороны мужа не было вообще ничего. То есть там даже не было никаких Драма намеков не было, на... да? Вообще ничего. То есть не было, у нас не было ссор. Ну, там были ссоры чисто такого характера, что он немножко такой человек, его пинать нужно, чтобы что-то сделать. Там, меня это бесило. Ну, то есть вот такое. Все браки, все отношения, там все бывает такое. Не было вообще никаких бытовых, даже там ты не убрал носки или еще очень. Вообще ничего. Не было Хорошо. ни измен, ни разочарований. Я чувствовала, я пыталась объяснить не столько ему, сколько себе, почему я хочу уйти. И вот сейчас, задним числом, я понимаю, что это было желание получить какой-то опыт, Разрешить. каких-то отношений, да, чтобы разрешить вот тот конфликт, который есть. Потому что мой нынешний муж, он больше напоминает родителей. Он, во-первых, старше меня значительно, а во-вторых, он ведет себя как мой папа, а разговаривает со мной как моя мать.
И вот как раз То есть вы в этих получили вот... себе своих людей, да, Да. своих родителей. Поэтому, Да. когда вас кто-то бросает, это я вам говорю слушателям, да, что это не обязательно, потому что вы чем-то плохие или кто-то плохой, потому что вот этот сценарий токсичный, разрешение конфликта, он настолько сильно тянет, и несмотря на то, что могут быть очень хорошие отношения и так далее, он уйдет, какой-то, бывает даже спрашивает, ну вот зачем, вот я была такая хорошая хозяйка, ты, а он ушел к какой-то алкашке или какому-то там гулюне, загульному пьянице, наркоману, который его бьет, пьет, она вот с ним. Потому что нужно разрешить, это очень какой-то, это очень сильный такой стимул, и это невозможно контролировать. Угу. Совершенно Так. верно. И вот Это как... Расскажите, вот какие у вас были, вот когда вы вот ушли от мужа, какие у вас были отношения, и что вы пытались в них добиться, и каким образом вы выбирали себе партнера? Сейчас я еще немножко вернусь в первый брак, чтобы с ним закончить рассказ, что в этом браке у нас мы пришли к очень таким своеобразным, интересным сексуальным практикам, которые я потом не, больше никогда не повторяла ни с кем. И это были практики, мы менялись ролями. То есть он становился женщиной, я становилась мужчиной. Это не было... Это вообще, я даже не помню, как это возникло. Это не было какой-то просьбой как с чьей-то стороны. Просто вот оно само очень естественно на это вышло. Мы и переодевались, и там всякие приспособления использовали, так скажем, назовем их, да, сексуальные игрушки. И когда это возникло, сначала это было для, ну, скажем так, для поддобавить перцу, а потом... Уже к концу наших отношений уже практически только к этому все и свелось. И нам это нравилось обоим. Но самое интересное, что я больше никогда не практиковала и, в общем, не испытывала ни желания, никто ко мне не обращался с подобными вербальными или невербальными просьбами. И вот как вы при нашем разговоре тет-а-тет, как вы говорили, что это тоже было частью вот этих... моих отношений, отыгрывания с братом, именно отношения с братом. Да. То есть вы которые... хотели наказать брата, да? Ну, видимо, да. Тут, тут скорее вы, наверное, мне можете разъяснить, можете ну, как бы открыть, как это все работает, что через секс я пыталась наказать вот этого обидчика, вот этого насильника. Ну, там не было сексуального насилия, а чисто физического. Вот. И что вот оно все вот так сложилось. И это, конечно, был очень странный опыт, очень такой, очень психологичный, хотя носил, ну, именно был сексуального характера. И ну когда да. мы расстались... Вот это часто рассказывают женщины, которые, ну, женщины и мужчины с расстройствами личности, что они специально ищут таких вот похожих на обидчика партнера и начинают их именно с такие сексуальные практики. Цель либо нанесение, получение садистического ресурса. Садистического ресурса, вот как ваша мать, она для чего рассказывала, как вас унижали, там били? Для того, чтобы получить садистический ресурс. Это тоже ресурс. То же самое делают во всяких там БДСМ-клубах. Либо это как бы унижение, но когда женщина с помощью каких-то специальных приспособлений насилует мужчину или сексуально эксплуатирует, ну это как бы унизительно, да? Именно, вот именно процесс унижения, и через него мы отыгрываем травмы и получаем удовлетворение. Потому что вы чувствовали себя в том числе и униженной, когда вас брат мог спокойно бить, унижать, безнаказанно, да? Это, в принципе, он делал не для того, чтобы вам причинить боль, а для того, чтобы, скорее всего, вас унизить. Да, вот потому это, что я способы... Смотрю, да, я крутой. Да, потому что способы избиения были именно уничижительные. Это не было, как вот показывали в видео с процесса Бишимбаева, когда он ее там как боксерскую грушу использовал. Это были избиения. У нас по какой-то причине дома была плетка.
Эта плеть какая-то была типа, ну как, сувенирная, потому что у меня папа был моряк, он ходил, у нас было очень много японского всего дома, и, видимо, это было какой-то из этой серии. Хотя у меня теперь возникают вопросы, почему вообще в доме была плеть? Ну, то есть, очень большой вопрос, ну окей. Вот, и я самой боли не помню. Но мама рассказывала, что это были синяки на спине. И я помню вот просто буквально секундный эпизод, как я лежу на животе в ожидании вот этих ударов этой плеткой. То есть Вот. они в этот момент получают наслаждение на своей власти. Я грандиозен, я могу кого хочешь избить, она слабее. То есть он самоутверждался за ваш счет. И вам нужно было найти мужчину, с помощью которого вы можете теперь сами самоутверждаться за его счет. Так. И, кстати, Я между почему? прочим, Бишимбаев, он же снимал на видео, как она избитая, вся в крови, салтанат, сидит на унитазе голая, и он ее снимает, как он ее добивает. И там еще какие-то были сексуальные практики. И когда его спросили, зачем вы это снимаете, я говорю, хотел ее унизить. Он ее не хотел убить, он ей хотел показать, что она ничтожество. На самом деле он не ей хотел показать, он хотел показать своей матери, которая сделала из него раба, и благодаря ей он остался на уровне 2 лет. Вот. И я почему еще это рассказала? Потому что в будущем, в следующих своих отношениях, я искала прямо противоположных вещей. Дальше у меня были на протяжении 13 лет, нет, меньше, были короткие, очень прям скоротечные романы. При этом был период, когда у меня не было секса, вообще встреч с мужчинами в течение 5 или 6 лет. То есть совершенно я не испытывала вообще никакого дискомфорта. То есть я к тому, что я тогда уже поняла, что у меня явно при всей моей сексуальной активности, как бы, да, на самом деле никакого сексуального настоящего влечения нет. И подруги, которые мне рассказывали, как они там ищут партнеров там в интернете, вызывали просто какое-то недоумение, а зачем все это? Потому что у меня все вот эти мои связи, бурная, бурная личная моя жизнь после первого брака началась, она носила такой характер. Мне нужна была все время какая-то фантазия. Мне нужен был какой-то, как в кино. Мне нужно было какое-то все время праздник драмы. И вот мне все время казалось, что я действительно влюблялась. И мне вот эта вот влюбленность была такой характерной силой. Там непременно должны были быть какие-то препятствия. Или социальные, или, значит, какие-то расстояния, препятствия расстояний. И, в общем, вот, а как может быть вообще любовь существовать без вот этой вот обреченности какой-то? Да? Ромео и И Джульетта, да? совершенно верно, да. Вот. При этом все это носила такой характер, то есть вот мне нравился мужчина какой-то, я его прям вот раз, понравился он мне. И начиналась такая настоящая охота. То есть, я его рассматривала уже как трофей, у меня прям глаза загорались, как у охотника. И эта охота была, носила очень такой, ну, я бы даже сказала, интеллектуальный характер. То есть это не какие-то были там звонки, какие-то там декольте, нет, все было намного более изящно, тонкость, так можно сказать. Это были такие интриги, когда в нужный момент я говорила нужную фразу, когда переводила наши отношения какой-то на раз на новый уровень, что там уже появлялись не секс, но уже сексуальные мысли. Вот. И среди всех вот этих вот людей был самый яркий пример. Это вот мой руководитель, с которым я вот его прям, наверное, месяцев 6 или 8 вот так разводила на вот это, на интерес к себе. Я видела симпатию, но не более. Вот. А я разводила его прямо на отношения. Мне мало было. Уложить мужчину в постель, это, ну, легче легкого. А То есть вы нужно перевели было именно... Путину. Верно, совершенно верно. А нужно было, чтобы он туда вошел, в этот
именно секс уже с подготовленной. То есть я такая была, как меня потом уже задним числом тоже спрашивала психолог, как я себя, ну, с кем я себя могла сравнить. Это такая была Клеопатра. Вот если я видела такую Клеопатру, что если мужчина уж попадает в мою спальню, то для него это буквально последняя ночь в жизни, после которой он там сбрасывается в Нил, да, с заднего двора. Вот. То есть, что уже после меня никаких женщин у тебя быть не может, потому что после такого грандиозного секса, грандиозной драмы, ну какие могут быть еще женщины? Вот. То есть, что... это идея не убийства мертвой, не убийства мертвого матери или отца, а кастрации. То есть, есть две идеи. Да. Идея кастрации и идея убийства. То есть, я тебе сейчас, братик или мамочка, покажу, как я умею любить, а потом я тебя брошу, и ты потом уже никогда не найдешь такую хорошую, как я. Да, и ты будешь страдать до конца жизни. Вот. Значит, и я прямо, когда у меня началась это, ну, где-то уже на третьем разу, я уже поняла, что это уже приобретает какой-то серийный характер все. Вот. Что явно уже что-то не так, как есть же такая, что если, как там... по морде бьют в четвертом браке, да, то, значит, уже надо на морду смотреть. Проблема в морде. Да, морде уже в морде. Вот. И я вот делала именно так. То есть я сначала опутывала паутиной, давала какой-то совершенно умопомрачительный секс, хотя на самом деле там ничего такого умопомрачительного не было. Это все именно было... Да это не только казалось. Знаете, самое интересное, что я все это получала. Я получала вот этот фидбэк, когда я уходила. Мужчина действительно там просто там и спивались, и какие-то попытки самоубийств, и какие-то один там пытался преследовать. В общем, это было прямо, ну, в общем, драму я себе обеспечила. И себе, и партнера. То есть была любовная бомбардировка, классическая, да. С соблазнением, что... Во время, кстати, секса вы получали вот этого фантастического секса какого-то удовольствия? Либо это было все перформанс? Я хочу сказать, что да. У меня, что касается тела, у меня тут все очень легко и просто. Я только вижу, извините меня, член, я сразу возбуждаюсь. Пара каких-то мыслей, даже каких-то движений, и все, у меня уже там все фонтанирует. Вот. То есть, видимо, вот это мужчина, кстати, тоже очень нравилось. Вот. И да, я получала удовольствие, но это не... вот... Получали, да? Да, но тут самое интересное, что как только, вот буквально уже второй, третий, ну максимум четвертый раз, мне уже это все становилось неинтересно, вообще неинтересно. То есть вы галочку ставили, он значит, заполучил, я свой сценарий выполнила, все, можно уходить. Он должен страдать всю жизнь по мне. Да, да, все, драматический уход, уже пора со сцены, главное вовремя уйти. Вот. А я безошибочно с каждым выбирала этот момент и действительно уходила. Вот. Единственное, чем я себя оправдывала. Нет, две вещи. Первое, я никогда не принимала никаких подарков, никаких, не раскручивала никогда на деньги там, и все прочее. Я была всегда самостоятельна в экономическом плане. И тут у меня были руки чисты, я их умывала. То есть вот занималась чистыми вот такими вот сценариями, отработкой сценариев, не более того. И второе, когда у меня была пара, ну, пару раз, когда ко мне проявляли интерес, не я проявляла интерес, а ко мне проявляли интерес очень достойные люди. А я прям сходу отказывала. Потом про себя такая думаю, ну чего я отказала человеку? Ну, он же такой прям ну, хороший, он такой все. И тут в какой-то момент я понимаю, что я отказываю именно потому, что он такой хороший. То есть мне просто это неинтересно. Вам нужно найти именно мужчину, на которого у вас есть изначальная агрессия, который похож на вашего брата, с нарциссичный. Да. То есть который мне
он мне интересен именно какой-то вот этим своим каким-то внутренним изъяном, который я даже никак не могла не атрибутировать. Что это такое, что за изъян? Они все очень разные. Помните, вы меня спросили как-то, что было общего во всех моих мужчинах? Да ничего, кроме того, что они были, что-то в них был, вот этот какой-то черт сидел, какой-то вот этот, как вы его сказали, Воланд. И самый яркий пример этого был, это вот тот вот руководитель, которого я несколько месяцев раскручивала, и там вообще все ограничилось одним разом. Там просто все после первого же секса закончилось. Вот. А вот это был настоящий Воланд. Это прям было, это не просто там какие-то сидело что-то, что я достала из человека, и оно вот сработало, а сам человек сам офигел. Нет, это был прям конкретный Волан, который прям конкретный нарцисс, причем такой, я бы даже сказала, у него были психопатические вещи, то есть он прям осознанно применял, прям наслаждался зрелищем доведенной до слез женщины, подчиненной, которая сидела перед ним, там, ну это вообще было, вот. И самое интересное, что вот эти все мужчины, которых я вот таких вот демонических выбирала, да, либо конкретно демонических, кстати, это была моя самая яркая влюбленность вот этого Воланда, я, когда поняла, что все, у нас больше ничего не будет, я рыдала, это были новогодние каникулы, я рыдала на взрыв все 10 дней. Но я знала, что так должно быть. Вот когда я, помните, говорила про этот морок, что как будто ты сильнее этого. Это как вот у людей, у которых сексуальная энергия, ну, нормальная, хорошая, сильная. Они же говорят, что если кто-то понравился, уже никакой здравый смысл, никакие рассуждения там морали или даже безопасности не работают. Ты просто окунаешься в это и все. Вот это то же самое. То есть ты, я понимала, что у меня испортятся отношения с начальником, что я от него завишу, что я потеряю высокооплачиваемое место, не факт, что найду другое. Вот. Ну или, по крайней мере, у меня будет какой-то там период неопределенности. Угу. Это вообще ничего не имело значения. Имело значение самое только то, что я... Самое главное – разрешить конфликт. Да, самое главное – нужно было отработать сценарий. Отработать сценарий, наказать брата, пока щелкнуть ему по носу, сказать, что смотри, я тебя любила, но я тебя выкинула, потому что ты... Ну, потому что по факту, что ты такой, какой ты есть. Угу. Вот. Но и... факт то, что отрабатывая этот сценарий, вы отвергали потенциально хороших партнеров. Совершенно верно. Вот это самое обидное. Да, вот это самое обидное. И еще вот с ними, с этими людьми я отрабатывала всегда сценарий сексуальный, прямо противоположно тому, что я делала в первом браке. Это были отношения, мне нравился такой барин. То есть мне хотелось любить барина. Что вот он в постели такой весь, а я его обслуживаю. И вот ему 234 удовольствия. Да, да, угу, совершенно верно. Вот, да. При этом хочу отметить, что ни один из этих людей не причинил мне ничего плохого, не сделал. То есть все, что плохого я не знаю, я узнавала как бы об их действиях в отношении других людей. Вот. Я так думаю, что просто не успевали. Ну, скорее всего, не успели. Да, совершенно верно. Не успевали, да. Да. Вот. То есть вы хотели... Как Золушка смыться с бала до того, верно, как 12 часов, когда... Да, но, да. Угу, понятно. Вот. Хорошо. При этом это все разбавлялось не одновременно, а поочередно. У меня такая была серийная моногамность тогда. Вот, то есть у меня были несколько мужчин, которые привлекали меня чисто сексуально. Это был чистый абсолютно секс, и в оба раза это были, там еще были третьи, оба раза это были мужчины значительно моложе меня, вот. Uh-huh. И у меня с ними это было абсолютно чистое наслаждение, вообще никаких там, у меня не было ни на них никаких видов, не отрабатывался никакой сценарий, не было никаких фантазий, не было никаких разводок, мы просто встретились и полюбили друг друга, что называется, вот. И мое отношение к ним было совершенно иное. Такое снисходительное немножко, ни в коем случае не абьюзивное. Очень такое, как здорово, что вот мы вот встретились, провели такое классное время. Там, да? То есть все, нормальные совершенно отношения с ними были.
От них я тоже уходила, но никогда не, ну, не причиняла им там какой-то, ну, там, не пыталась это сделать в такой момент, что вот как-то больно там, потому что у некоторых случаях я прямо специально выстраивала такие вот сцены ухода, как прямо вот с оскорблениями, ну, там, не обязательно словесными, но какими-то действиями, то есть там оставляла деньги, потраченные на меня, там, даже, причем это были оскорбительно небольшие суммы, вот, ну, все такого вот характера. Или кому-то уходила, да, чтобы сделать нарочито больно. А тут вот были, но это было именно снисходительно. И когда один из них мне предложил, а давай поженимся, вот, у меня это вызвало такое недоумение, господи, ты кто такой, чтобы мне предлагать, вот для меня брак и семья, это были такие, как мне тогда казалось, нечто такое вот необыкновенное, а сейчас я понимаю, что какой брак может быть по любви и с хорошим сексом? Нет, брак – это что-то другое. Брак – это семья, это что-то про другое совершенно. Вот. Это... То есть у вас было разделение, любите там кого-то абстрактных каких-то, ну, до сих пор, да, наверное, своего начальника любите, ну или вот что-то подобное, женитесь на других, выходите замуж за других, а сексом занимается вообще с третьим. Совершенно верно. Да, 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 да. И, значит, первый раз к психологу я обратилась, когда последний у меня отработанный сценарий произошел. Он, как сказать, кстати, он совместился с хорошим сексом, но там явно был очень нарушенный человек. Это был мой студенческий товарищ. Мы когда с ним встретились, там через 15 лет после, даже больше, через, после окончания института, он к тому времени развелся. И тут у нас вспыхнуло. Значит. И это было именно и сценарий, и секс. Но у него там свои были тараканов выше крыши. Вот. С ним я тоже очень драматично, значит, рассталась. И пошла к психологу. А какой у него был диагноз? Я понятия не имею, какой был диагноз, вот. Но, судя по всему, у него были такие, как это мне объяснила тогда психолог, она не оперировала понятиями там нарциссизма, она говорила о, забыла, как это называется, правильно, привязанность, когда, значит, притягивает, но как только ты оказался близко, тебя отталкивают. Ну, избегаешь эти привязанности, но обычно вот, да. сразу... Это, скорее всего, нарцисс, потому что такой нарцисс, потому что пограничники, они преследуют, но я иногда тоже пограничники думаю. Тоже. Я тоже думаю, что он был нарцисс, да, мы нашли друг друга, причем с его стороны тоже была прям такая влюбленность прям серьезная, вот. Но при этом он, ну, это то, есть, то, что примерно делает мой муж сейчас, просто в более таком, даже не то, что усиленном, утрированном, а каком-то карикатурном варианте. А там все это было прям вот серьезно. То есть вот он мне пытался рассказывать, что он все равно будет продолжать встречаться с какими-то девушками, с которыми он знакомится там в соцсетях, то есть типа мы... Преагуляция. Да. Вот. Я, короче, когда все это посмотрела, то есть почему я уходила? Вот я втягиваюсь в отношения, вот эта вот сила меня туда тянет, но наблюдатель, вот этот здравый смысл остается на месте, и он говорит, так, бежим отсюда, здесь сейчас будет больно, здесь сейчас будет плохо, и вообще все это ничем хорошим закончиться не может. Вот. Ну, смотрите, если вы вышли из такой семьи, где есть нарциссы, брат, отец и мать, то есть у вас практически все были нарциссы, вы очень хорошо можете калибровать таких людей. Моментально. Они моментально сразу калибруют. Вот поэтому я и говорила, что как бы вот этот Бешенбаев, он выбирал специально себе нарциссичную. Там и такая Гульнара была, вот на суде тоже приходила. Это кручу, это самое, как, знаете, как цыганка. Кручу, верчу, обмануть хочу, постоянно врет, постоянно себе противоречит. И вот такая салтанат нарциссичная, довольно-таки, ну, инвертированная нарциссичная. Они очень хорошо умеют сразу калибровать. И когда они видят, что... смотрите, для того, чтобы кто-то играл в вашем сценарии, вам нужно найти человека нарушенного, который живет тоже в иллюзорной, галлюцинаторной, психоделической реальности, и реальность которого можно как-то изменить. Потому что если вы встретите здорового человека и начнете ему там что-то внушать, например, там, как газлайзинг или там лавбоминг или что-то еще, это будет, во-первых, это чревато,
А во-вторых, они могут не повестись на это. А во-вторых, нет разрешения конфликта, потому что вам же нужно, чтобы был именно такой, как брат, именно нарцисс, иначе это не будет разрешение конфликта. Верно, Понимаете да. ли И ответ? вот, как раз обратившись к психологу, я это все вообще начала осознавать. Потому что, когда я начала об этом рассказывать, сначала я рассказывала совершенно чистого сердца, что вот я такая вся была обиженная, да, жертва, обиженная мужским родом. Вот, значит, вот все время у меня очень короткие отношения с ними были, да. Вот пыталась, и вот как раз именно там, на этих вот беседах с психологом, я вдруг, ну не вдруг, а когда описывала, я поняла, что, а в общем, никто ничего плохого не сделал. Но придя и начиная рассказывать, я была абсолютно уверена, что все мне сделали плохо, и я их бросила не просто так, и бросила болезненно, потому что они того заслуживали, и потому что они очень плохо со мной обращались. И, короче, да, потом, значит, я вот с ней общаюсь, ну, и, естественно, между сессиями там у меня очень сильно идет рефлексия. Я прямо сейчас хорошо помню, стою в очереди на кассу в супермаркете, думаю, вот как вот я сейчас хочу замуж выйти, а как? Вот никто же не хочет, никто же, вот все мужчины такие, они хотят поматросил и бросил. Вот, например, и тут начинаю перечислять всех тех мужчин, которые у меня были. И вдруг оказывается, что, я не знаю, там 70% из этих мужчин предлагали мне замуж выйти. И тут я понимаю, что что-то, по-моему, я как-то неправильно понимаю, ну, саму себя. У меня вообще был такой, у меня прям был такой инсайт, что, боже мой, это ж как мы можем искажать реальность. Это ж как на самом деле мы можем воспринимать то, что с нами происходит, совершенно не так, как оно есть на самом деле. То есть люди мне вообще ничего плохого не сделали. Я отказывала всем, кто мне предлагал выйти замуж, считая их недостойными какими-то там недостаточными. Что, я вообще не знаю. То есть, я даже не могла сказать, какими я их считала, почему я не могла быть за них выйти замуж. Жениться на... Как? Нет, я выхожу замуж. А при этом чувствовать себя какой-то жертвой какого-то мужского эгоизма, мужского значит, непостоянства там, и всего прочего, мне, по крайней мере, открыто не изменил вообще ни один мужчина. А я считала, что все мужчины изменники, страшные вообще там, бабники и все прочее, потому что мой брат был таким. Он, ну, он чудовищно менял женщин просто как перчатки. И все это происходило на моих глазах. Вот. И тут я поняла, что что-то, короче, не так у меня в голове. Вот. И, собственно, именно тогда тот психолог мне сказала, что, может быть, не брат во всем виноват, может быть, брат тоже жертва, и, в общем, организатор этого всего другой человек, твоя мама. Да, да. Вот, да. Они были... И вот как раз работа с этим психологом в течение почти 2 лет, она меня вывела на тот брак, в котором я сейчас нахожусь. И вот тут самое интересное. Значит, поскольку мой муж нынешний, он такой прям конкретный нарцисс, слава богу, весь его абьюз носит исключительно словесный характер. Вот. Но что меня поразило, это, во-первых, это был самый ужасный любовник, который у меня был за всю мою жизнь. И я, дело не в том даже, что он как-то плохо что-то делал со мною, а в том, что я видела с первого дня, что он сам не получает никакого удовольствия. Да, он эякулирует, но это не оргазм. Это какая-то отработка. Да, это какая-то отработка. Мастурбация. Да. А потом это все действительно пришло просто к мастурбации. В конечном итоге он просто мастурбировал рядом со мной. Сейчас у нас уже очень давно нет секса. Это связано, во-первых, с его состоянием его здоровья, а во-вторых, я так думаю, что у нас очень серьезно в связи с тем, что я запустила процесс таких прям конкретных изменений в себе. У нас изменились отношения и, ну, словесные, скажем так. Мое поведение очень сильно изменилось. Его, кстати, тоже. И у нас
Вначале, прям как начались эти изменения, действительно заметно. У нас полностью сейчас секс из отношений. У нас почти 2 года уже нет секса. Вот. И как я говорила вот, в начале сегодняшнего эфира, как мы это обсудили с вами, что он вот, для меня стал уже воплощением не брата, а именно родителей. То есть вот этой мертвой матери, которая мне говорит, которая постоянно именно эмоционально, она не прикасается ко мне пальцем, она все время эмоционально меня унижает, оскорбляет, обесценивает. И еще самое главное, что она делала, моя мать со мной, она запрещала мне испытывать эмоции. Вот эту эмоцию обиды, боли, с которой я к ней приходила, это самое главное, что она мне запрещала испытывать. И потом она, когда уже это напоминала мне взрослая об этом, она всегда подчеркивала, с каким мужеством и героизмом я все это переносила и никогда не жаловалась. Вот. То есть да, в ее вот глазах это было... подавление эмоций. То есть когда родители заставляют подавлять эмоции, человек, ребенок не может испытывать удовольствие, поэтому вы уходили от отношений, потому что вы не знали, что в этих отношениях можно делать. Совершенно есть, верно. А что? Потому что да. Какую-то радость, запрет стоит на радость, на счастье, на нормальный секс. То же самое у вашего мужа сейчас. Он, ну какой секс, у него тоже была такая же мертвая мать, как у вас, да? То есть вы просто как вот существуете, как просто как деловые партнеры, да? Да, да, совершенно верно. Вот. И вот да. Вы очень правильно сказали, да, что когда тоже прорабатывалось, почему я не могу выйти замуж. И я рассказываю, как вот я искусно соблазняю, искусно прямо вот на интеллектуальном уровне, да, как я там себя веду в этом всем. А что делать дальше, я не знаю. Я вот получила, у меня эти фейерверки 1, 2, 3 раза случились, и все. Мне вообще больше это все не интересно, этот отработанный материал. Что делать с этим дальше, как развивать вообще отношения, и самое главное, ну, чтобы что-то развивать, нужно какое-то видение того, к чему ты хочешь прийти. А у меня вообще никакого видения нет. Я вообще не знаю, к чему я хочу прийти. Вот. И вот как раз сейчас, когда у меня возникали мысли о том, что, ну вот, например, я бы развелась. Ну, вот сейчас вот получу гражданство, разведусь. И тут я понимаю, и что дальше? И что дальше? То есть либо я встречу такого же, и все начнется снова, по новой, да? Либо будет хороший человек, с которым я даже не знаю вообще, что делать. Я не понимаю, о чем люди разговаривают. Я не понимаю, что такое испытывать там какую-то эмоциональную привязанность. Я вообще ничего не понимаю. Вот. И на самом деле, ну, я уже приняла мысль, что я такой эмоциональный калека, вот. Вторую руку не пришить же, вот, ее можно там, может, чем-то заменить каким-то металлическим предметом, но это не рука. То же самое и с эмоциями. И приняла уже для себя мысль, что, ну, если так, то хотя бы нужно наладить нашу жизнь, даже не отношения, потому что у нас их просто нет с нынешним мужем, а отношения так, чтобы они не травмировали ни его, ни меня, и были, ну, достаточно эффективны, потому что мы действительно очень эффективно, как деловые партнеры, мы действительно очень эффективно работаем. Вот. Да, и, ну, в общем, вот. Так, вот недавно, вроде все рассказала. Вот недавно тоже нарцисс Денис, который переводил, он тоже самое говорил, говорит, я, говорит, только как заполучу какие-то отношения, я начинаю их разрушать, потому что я, говорит, меня, говорит, раздражает вот какая-то стабильность. Вот когда вот мы приходим к какому-то стабильности, да, процесс завоевания прошел, начинается стабильность, он, говорит, тоже, говорит, меня сразу становится скучно. Мне нужно сразу как бы либо идти дальше. Это я всегда воспринимаю отношения как некий этап. Этап. Вот этот этап. Дальше мне нужно идти завоевывать дальше, дальше, дальше. Либо я не знаю, чем делать. Вот мне нужна либо драма. И он сейчас тоже пришел к тому, что он встречается с девушкой с антисоциальным расстройством. Там такая все вот такое прям аниме, такие, я кошка, вся в татуировках.
вот точно такого же травмировано. И вот они как-то более-менее, да, там нету счастья, там нет ничего, мы постоянно ссоримся, ну, хотя бы от меня ничего не требуют. Потому что если вы были бы, он бы был бы, или вы бы с эмпатом, эмпат бы требовал там какой-то эмоциональной близости, какой-то секс, а вы не можете. Но были ли у вас какие-то попытки найти эмпата и попробовать построить с ним некую разделенную фантазию, попытаться на него перенести образ или на нее образ матери или отца и переиграть сценарий, то есть сделать его новым, потому что вот у Дениса такое было, то есть он говорит, что у меня была девушка, невеста без расстройств личности, но я просто взял без всякой причины и разорвал помолвку и ушел. И я, говорит, сразу об этом же пожалел, но я, говорит, просто, ну, видимо, он не знает, что с ней делать, просто тупо не знает, что с ней делать. И он ушел, и вот уже там много... больше года сидит, страдает, вот зачем я это ушел, к чему я это ушел. Но, скорее всего, он просто не знает, что делать с ней. Он знает, что он ей не может ничего дать. Ну, возможно, но мне сейчас сложно сказать, потому что вот этот один из тех мужчин, с которыми у меня были отношения чисто сексуальные, это был хороший секс, такое действительно удовольствие, радость была. Вот. Вот он мне, не был токсичный, да? Он не был абсолютно токсичный. Вот. Возможно, он был эмпат. И он мне как раз предлагал замужество. Он, вообще он очень тепло ко мне относился. Он единственный, кому я позволяла делать себе подарки. И я думаю, что это, ну, о многом говорит. То есть это было интуитивно. Вот почему я ему позволяла, а другим не позволяла делать подарки дорогие? Там, наверное, он был Маргарита. Может быть, знает. Может быть, да. У него, кстати, он тоже, он как раз из творческой среды такой, и он очень, он меня очень поддерживал, он меня очень, как бы, восхищался, но не, вот есть манипулятивное восхищение, да, а он действительно давал мне очень хорошую обратную связь, искреннюю, тогда, когда это, ну, для этого были основания, вот. Потому что я тоже там тогда творческой деятельностью занималась. Вот в нем было это, была такая любовь, но не восхищение. Вот я всегда искала восхищение от мужчин. А с его стороны, это вот даже не восторг такой, вот это вот, вот такими глазами, а просто такое тепло исходило, такая вот. Это еще не было привязанности, мы еще тогда не так много, хотя у нас такая была возобновляющаяся связь, я время от времени, кстати, он, кстати, единственный, кому я время от времени возвращалась, да, вот, кстати, это единственный человек, с кем я возвращалась кому, да. Говорил, все, у меня все закончено, без драмы, все, просто вот мне сейчас другие там, за другим поохотиться надо, как раз там было с этим начальником. Вот. Потом я к нему возвращалась там и плакала ему в жилетку. Вот. И вот у него с его стороны не было какого-то вот прям утешения. Прям, ну ладно, там я тебе сейчас, вот извините, это хороший секс дам, и ты утешишься. Нет, было просто человеческое участие. И вот это, ну, единственное. Это так ведут себя именно эмпаты. Это именно отличает эмпатов от нарциссов. У них нету идеализации вот этих вот качей. Это будет, не будет вот, знаете, ты хорошая, что бы ты ни делала, ты хорошая. Это как родители Бешенбаева, да? Что бы наш ребеночек ни делал, он во всем хороший, он во всем всегда прав. Нету, вот есть только вот такое эмпатическое принятие, да, вот что да, такое, да, принятие, вот, вот самое подходящее слово — принятие, точно. И он очень, даже когда комментировал мой этот неудавшийся, значит, нарциссический сценарий, да, он его комментировал очень так, ну, здравомыслящим, он мне задавал такие вопросы, ну, которые мы должны были, по идее, меня как раз вот вывести, по сути, как психолог. Задавал мне вопросы, хотя он не был психологом абсолютно. Вот. И, пожалуй, это был единственный человек, в отношении которого я испытывала некую... Ну, зачем я так с ним поступила?
Я его там даже, потому что когда уже совсем, когда уходил, я там в сердцах ему даже какие-то оскорбления сказала. Прям вот, чтобы он не возвращался больше, я его оскорбила. Вот. И мне потом было так неловко перед самой собой, я никогда больше не поддерживала с ним связь. Это, кстати, нарцисс Денис тоже говорит. Я, говорит, сжигаю мосты, когда вот ухожу, мне нужно сжечь мосты, чтобы это ни в коем случае не вернулось, чтобы это как бы я не пытался вернуться, и он человек, и я поэтому, наоборот, драматизирую ситуацию, делаю как можно хуже, так, чтобы вот, чтобы точно сжечь. Естественно, потом они об этом, естественно, будут жалеть, потому что почему? Потому что вы сейчас его не можете обесценить. Он остался в вас в памяти, потому что он, в принципе, вам ничего плохого-то не делал, да? Особенно сейчас вы начинаете сравнивать его с нынешним мужем, вот этим. Это какое-то комичное существо. Вот. И начинаете думать. И он, кстати, может быть у вас как бы очень долго. Он, вот этот мужчина вас обесценит. Вот вы ему сказали, он вас обесценит и забудет. А вы его нет. Поэтому эмпатов очень часто, и если они появляются в жизни, они очень редко появляются, может быть, одна такая Маргарита у мастера будет, а может быть, две, да, но проблема в том, что когда они, нарциссы, вот люди с осознанной личностью, встречают эмпата, у них нету повода их обесценить, потому что с нарциссами они включаются в драму, они начинают скандалы, вот эти вот игры, кто кого триангулирует, с пограничниками то же самое. И обычно они расстаются врагами. А с эмпатом тяжело расстаться врагами, поэтому эмпат так и остается висеть, вот этот интеракт, именно поэтому вы к нему и возвращались. И возвращались. И, кстати, еще в пользу того, что он был, ну, скажем так, здоровым человеком, говорит то, что он сам после вот этого разрыва, он никогда не пытался со мной, не связывался со мной, не искал встреч, он никому, в общем, знакомых не рассказывал, не спрашивал про меня. Да. Не было с его стороны там никаких там запоев там или чего-то из этой серии, там, потери работы или что-то более там. Каких-то иных драм. Да. А вот совсем, да, потому что все остальные, все без исключения остальные мужчины, вот там все это было, вот все вот это вот, как в кино. Ну, да, потому что вы их самооценку понизили, а у эмпата невозможно понизить самооценку. Он, естественно, будет так же страдать, как и нарушенный человек, но его самооценка от того, что вы уйдете, не уйдете, вообще как бы не будет страдать, поэтому какие-то запои не нужны. И он то же самое, если он решил уйти, он долго не будет принимать решения, но если уж он решил, все. То же самое, если вы его бросили, он уже тоже не простит. Особенно если с таким каким-то скандалом, там уже как бы возврата нету. Вот, и многие нарциссы это знают и так далее. Поэтому они для своих сценариев токсичных, для проработки, выбирают других. Но как бы вот этот, может быть, вам мужчина, это был бы вот какой-то, может быть, некой, как бы, может быть, Маргариты, может быть, в плане вашего исцеления вы должны были бы его интернализировать как вот идеальный отец, идеальная мать, идеальное что-то, и искать по образу и подобию его партнеров, да, а да, не наверное, по образу правда. И подобию ваших токсичных родителей, потому что ничего, кроме токсичного, то есть вы просто передаете вот этот вот токсичный сценарий, вы, в принципе, кого разрушили? Вы сами себя разрушаете, да, в общем, вы разрушили, вы их наказали, многих вы наказали, может быть, они этого достойны, но ценой своей жизни. Ну, верно, я вот недавно на эту тему, мы очень много общаемся с моим сыном, и я ему рассказываю там как раз про судебный процесс, про все это, и я такую фразу сказала, что человек, который решил разрушить мир, рано или поздно доберется до себя. Вот. Поэтому совершенно верно, вы все очень верно говорите. Тем не менее, это та сила, которая, ну, она вообще не поддается. Это действительно очень сильно, она отключает все,
здравый смысл, Да. даже иногда безопасность. Ты идешь по этому, в это, ты все в это окунаешься. И, да, и когда оно проходит вот так, как у меня прошло с этой ретравматизацией с моим нынешним мужем, на самом деле, как бы мне там ни было плохо, если бы у меня был выбор, я бы не отказалась от этого, от пройти это заново, потому что это действительно то, что хотя бы то, что у меня осталось, я проживу без этого морока. Ну, морок, да, морок очень сильно, но цель морока – это привести к этим, ретравматизироваться, да. И сепарироваться. То есть морок заставляет вас увидеть, кто вы, кто были верно. Ваши родители, сделать правильные выводы, кто были ваши родители. Поэтому очень много мне на канал приходят вот такие девушки. Вот я вот как салтанат, меня тоже сбивали, во мне ничего хорошего. То есть они ставят, идеализируют жертв нарцисса, салтанат вот этих, вот как неких вот невинных жертв, которые ничего плохого не сделали. Они, значит, чисто случайно попали. Нет, они не являются невинными жертвами. Они тоже шли для того, чтобы что-то решить, что-то разрешить. И если бы они были бы эмпатичны, были бы вот сценарии, как с вашим вот этим мужчиной, да, вот который был эмпатичный. Да, что-то, какой-то абьюз, но там не было вот такого. А тут было доведено до крайности. И цель довести до крайности, чтобы вот, ну, это называется проигрывание драмы предательства. И, кстати, Салтанат хотела проиграть эту драму предательства. Она хотела, чтобы ее этот Бишенбек избил, чтобы она наконец поняла, кто ее реальный отец. Потому что она, скорее всего, перенесла на него, на своего вот этого мужа образ отца. Видимо, там был такой токсичный отец. Чтобы разрушить его идеальность в своих глазах, чтобы показать, вот смотри, папочка, я тебя так люблю, но ты меня избил, я обиделась и ушла, и чтобы он страдал поэтому всю жизнь. То есть вот, вот это вот какая-то такая драма предательства, они очень это любят, и мужчины, и женщины, и пограничники, то же самое. Кстати, пограничники, они, кстати, меня часто тоже описывают на сайтах, они говорят, мы находим специально нарциссов, специально ищут нарциссов, дают им вот этот ресурс, ты такой волшебный, ты такой, это самое, волшебник изумрудного города, а потом в неожиданный момент, вообще просто неожиданно, они просто берут так, пац, и уходят, все. И вот этот нарцисс, заставляет нарцисса бегать за ним, чтобы вернуть этот ресурс, и они очень прекрасно знают, что они делают. А потом они говорят, что вот они жертвы. Да, но я так понимаю, да, но я так понимаю, что при таком сценарии, при таком ходе событий, как бы выхода из этого порочного круга не происходит у этих девочек. Ну, происходит отыгрывание, то есть месть мертвой матери, мертвого отцу, посмотри, какой я. Вот, ну, это можно хорошо сказать своему родителю, и вот вы хорошо сделали, что вы проговорили это своей матери. Это важно. Им и агрессию направить туда. Да, да, да. Тогда сразу происходит облегчение. Да, ну, у меня, собственно, с этого все и началось. Когда я, наконец, узнала все это, отказалась от общения с матерью прошлым летом, у меня запустился очень мощный вот этот процесс, и у нас очень сильно изменились. Я бы не сказала отношения, опять же, с моим нынешним мужем, а наше поведение в браке очень изменилось. И с моей стороны, и с его. Мои реакции стали совершенно другими, такими, какими я и хотела, чтобы они были. Потому что, когда изначально я вошла в это во все, у меня не было ощущения, что я жертва этого мужчины. У меня было ощущение, что я жертва собственных действий, какого-то злого рока. И самое главное, что меня, ну, как бы, меня удивляла моя реакция. То есть я вижу, что этот человек вообще не стоит того, чтобы не то, чтобы он бояться его, а вообще как-то на него реагировать. Но при этом я реагирую. И вот с этого все началось, с желания понять, что происходит со мною. Не что он делает или говорит, а что происходит со мной, почему я так реагирую, и, ну, уже дальше, почему я вообще во все это попадаю.
Вот, так что, ну, вот благодаря вам у меня тут этот процесс идет семимильными шагами. Самое главное, когда вы обесцениваете родителей, ну вот они говорят, ну а как же родители, они же родили, а их нельзя обесценить. Вот это стоит табу на обесценивание родителя. Но это важно, когда вы начинаете обесценивать родителей, вы начинаете обесценивать те части токсичные в себе и начинаете их отвергать. Вот, и тогда только процесс идет. Без этого невозможно. И поэтому, если вы не обесцените родителей, вы либо будете сами токсичны, либо будете выбирать токсичных партнеров. Как это делала Салтанат. Токсичных партнеров выбирала. Верно. Все верно говорите. Хорошо, Елена. Так что вы выходили, мы хотели вот поговорить, что вы выходили. Еще есть такой момент. Через сексуализацию травмы. Вы пытались сексуализировать травму. То есть вот, а потом, значит, у вас только вот с мужем и больше попыток таких не было, да? Ну, а вот да, было такое ощущение, что вы что-то сделали с ним, да, как мужчина насилует женщину, да, вот мужчина. И потом вы начали к нему чувствовать такое некое пренебрежение. Нет, потом, с первым мужем у меня никогда такого не было. Нет. Ну, знаете что? На самом деле, может быть, да, наверное, да, 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 вы правы. То есть это не было он так, что вот... Опущенный. Не да, было такое да. ощущение, что он опущенный? Было. Да? Но не так, что вот прям в моменте, то есть вот оно произошло, да, и вот раз у меня сразу такое отношение. А просто постепенно... Ты же никогда, мы же никогда не делаем такого вывода, что если что-то пришло после, то это значит в результате. Ну, оно пришло и пришло. Но у меня, когда я уходила, у меня уже было отношение к моему мужу такое, ну, пренебрежительное. Ну, да, угу. да. То есть я, конечно, не описывала это вот в таких терминах, да, там, в тюремной лексиконе, но это было ощущение, что, ну, какой-то мальчик... Вот. И мне на самом деле очень обидно, что ему тоже есть чем работать, что вот он больше не женился, он оказался очень хорошим отцом, он больше не женился, у него есть подруга, но они не живут вместе, что он не использовал вот эту, ну, ему было больно, я знала, видела, он действительно очень долго отходил от этого развода, что он не использовал его для каких-то, ну, для работы с собой, для задавания себе каких-то вопросов. Что это получилось, что с ним что-то произошло, и вот он остался вот в этой пассивной позиции. Со мной что-то произошло. А не вышел на позицию, а что я сделал так, что ну, это стало частью моей жизни, частью моей истории. Вот. То есть там не произошла вообще никакая объективизация. Он так и остался неким субъектом там, бывшей жены, которая вот, взяла и ушла, да, он так остался субъектом каких-то, даже собственного отца во многом. Вот. Вот тут не за него было обидно. Какая-то зависимость, да, от чужих, да, да? Да, да, да. То есть с ним события именно происходят. Поэтому... Да, то есть он как бы такой пассивный, ну вот как вот угу. Салтанат, да, вот пассивная. Он с ней делает все, что хочет, а она даже не сопротивляется. У нее уже была возможность уйти. Он ее же избивал в публичном месте, где было много народа. Она могла попросить помощь у кого-то, да? Она могла бы сказать, там, вызовите полицию, она могла выбежать на улицу. Нет, она спокойна. Мало того, что она даже бегала за ним, он убегал от нее, а она за ним бежит. Да, меня тоже это поразило. Это вот тоже странно. Меня еще поразило, что на самом деле, когда даже если вокруг нет людей, даже если ты уже один на один с, ну, даже с убийцей, все равно остаются какие-то базовые ну, такие рефлексы, даже не инстинкты, а рефлексы, когда ты даже знаешь, что, скорее всего, велика вероятность, что тебя забьют насмерть, да, а все равно есть рефлекс, тебя бьют, ты либо защищаешься, либо бьешь в ответ. А тут вообще полная, действительно, пассивность абсолютная. Возможно, вы знаете, есть такие у пограничников, может быть, она была пограничником, вот эти вот суицидальные мысли, они могут с помощью таких бешенбаевых совершать самоубийство. Да,
Да, И я вообще это хотела умереть, потому что у меня такое я ощущение, думаю, что у это меня вообще очень была. похоже все на двойное самоубийство. То есть один делает так, чтобы его убила система, ну, которая, потому что совершенно очевидно, она его осудит. Вот. А другой человек, да, то есть ну, настолько... Это ну, даже вот сейчас военные психологи, да, тоже комментируют поведение людей в военных условиях и говорят, что, наблюдая за некоторыми людьми, поражаешься, ну, человек просто берет... Ну, и совершает все возможное, Да, чтобы ему прилетело. да, есть такое, да. Это называется самоубийство by proxy, то есть через посредника. То есть она Да. хотела, чтобы он ее убил, потому что она не могла сепарироваться от этого своего, видимо, токсичного отца. Поэтому говорят, когда говорят, что султанат из прекрасной семьи, ну не может такой травмированный человек, который хочет совершить самоубийство, быть из хорошей семьи. Там, видимо, над ней Однозначно. так издевались. Да. Над ней издевались. Так что... И она тоже хорошо издевалась над своим братом, заставляя его втягивать вот в треугольники всякие. Давай ты меня спасай, спасай. Брат приезжал, начинал драться с этим, с Бишимбаевым. А она потом ему говорит, уходи отсюда. Брату говорит, уходи. То есть это Да, типичный треугольник. ты Это больше, вот как да. бы... Да, не нужен, да, и вообще не вмешивайся ты в наши дела. И, да, и То есть вообще, она... ну, в силу моей истории, у меня, конечно, естественно, заострилось мое внимание на брате, на поведении брата, и меня удивило, ну, не удивило, поразило немножко его, вот он совершенно очевидно наращивает градус такой драматичности, страданий вот этого всего, потому что в любом случае, понятно, что ему больно смотреть эти видео, да, но это, он же их не первый раз смотрит. В любом случае у человека происходят естественные процессы принятия, да, того, что произошло. То есть он когда-то их там несколько месяцев назад отсмотрел, да, конечно, это был шок. Но вот сейчас, а сейчас вот он как будто уже прям наигрывает где-то. Он действительно, я понимаю, что он страдает, но я прям вижу, как он наращивает градус вот этой драматичности всего происходящего. Там все очень непросто. И у меня первое, что была мысль, очень много вопросов к родителям. Я бы даже их на скамью подсудимых посадила бы, по крайней мере, психологического суда. Вместе. А у обоих родителей Да, султанат и и... да, однозначно с обеих сторон. Ну, а тут надо дальше разбираться, что это, оказывается, их родители виноваты еще. Ну, это, кстати, это и называется родовое проклятие, потому что идет с Да, поколения в поколение. да, И кто-то да. должен этот процесс завершить, кто-то должен быть. Но не у всех это получается. Хорошо, Елена, спасибо. Как Спасибо у вам, вас там Татьяна, погода большое. во Франции? Как у вас погода во Франции? У нас очень холодная весна в этом году. Буквально несколько дней было теплых. Мы обычно в это время уже собираем розы вовсю. В этом году нет. И 1 мая у нас такой дождик. Прямо холодно. Я собачка гуляю в теплой куртке и в шапке. Так что пока ждем. Пока ждем тепла и лета. Нет, а у нас сегодня солнечно, Ой, сухо, как здорово. тепло. Да. В общем, у вас праздничная погода. Праздничная, да, праздничная. Здорово, здорово. Хорошо. Елена, все. Всего доброго, Спасибо за Татьяна. До интервью. свидания. Угу.